Шестибальными пробками встретил день отказа от автомобилей и Омск. Отмечу, что впервые эту дату в 1985 году отметили в Исландии, Великобритании и Франции. А все для того, чтобы привлечь внимание жителей городов к проблемам загрязнения воздуха выхлопными газами. Традиционно, чтобы подать пример горожанам, на работу на общественном транспорте или велосипедах приезжают чиновники. В Омске на такой шаг решился только глава Департамента молодежной политики и спорта Михаил Расин. Однако по городским дорогам Расину ехать не пришлось. Его путь на службу совпадает с самой длинной из немногочисленных омских велодорожек, той, что лежит вдоль Иртышской набережной. Велосипед очень важен в жизни города, если его используют как средство передвижения. Поменять велосипед, автомобиль на велосипед, это значит сделать шаг к улучшению экологии нашего города. Это очень важно. Идею борьбы за экологию поддержат самые обычные омские велосипедисты. В 20:00 от главного входа в Советский парк стартовал велозабег «Осенние светлячки». Организаторы предупреждают, чем больше фонариков, мигалок и светоотражателей, тем лучше.